Я рад всех приветствовать на крупнейшем грибном марафоне Европы. В этом году 1400 экипажей стартуют на трех дистанциях. Виват Петр, виват Петровский марафон, виват рафтеры, ура! Всем привет, с вами Андрей Санар. Ну тут даже добавлять ничего не надо. Егор из Кивиньеми все красиво сказал. Да, сегодня Петровский грибной марафон 2024. Наверное, самое большое грибное мероприятие в Питере. Ну, естественно, конечно, фонтанка САП, может быть, потягается с ним. Но в любом случае, это очень грандиозное мероприятие. И сейчас вот все готовятся. Через час будет старт. А мы пойдем с Петровым. Он на новинке, про которую будет рассказано потом. А пока она вот на сей момент, она секретная. Ну и я на истребителе, как его тут метко уже прозвали, Сополет. Свои задачки решай. Хорошая лодочка. Друзья мои, если рафты, то это тайм-триал, и никак иначе, потому что тайм-триал – это самые лучшие рафты. Правильно? А как же? Так оно и есть. И вот кто их придумал. Не, ну скажи что-нибудь такое действительно, что вот да, вот такие рафты. Ну что... да, придумал, еще давно, в 2000 году. Вот с тех пор они катаются. Но эти рафты, конечно, не с 2000 года, но... Но, тем не менее, в тайм-триале? В тайм-триале, да. Вот это да! Это не просто повара. Это рыбные повара. Рыбные. Вот это да. Пушка! Они готовят пушку! Привет участникам 10 километров Петровского грибного марафона. Удачи и победы! О, тут творческий процесс идет. Еще одна вега. Написано, что чип должен быть на спине, но не в моем случае. Тайм-триал, тайм-триал, тайм-триал. Ура! Покажем системе значок. Так, сейчас опять кого-нибудь собью. Чего все останавливаются-то? Только разогнаться хочу. Что ж так все зигзагами-то ходят? Так, припаркуюсь-ка я хвостик здесь подправить. Не, тут проще это вытащить. Аккуратно на берег. Ну, тут... О! Где другое дело?
О! Ох, на этой скорлупке будет у этого, у силовых машин страшно. Так. Так. Ух! Тут можно разогнаться. Ага. Так, главное никого не задавить. У-ху-ху. Что там уже заторчик? У-ху. Рафтеры активно распугивают народ. Рафтеры всех расталкивают. Он просто сапера с дороги смели. Ну вот это такое, это гидросамолет. На буксир я только девчонок беру. О! Тут главный гребец, я смотрю. Я могу и отдохнуть, я по инерции с вашей скоростью иду. Ты в этот, в кильватор вставай. Да я вас обгоню, ёпрсты. Чё у вас вставать в кильватор-то? Это я вот ему лично угрожаю. А Петров куда-то удрал уже, наверное, вперед колонны, блин. Я его видел только на старте, а потом не видел. Всю колонну обогнал. На покрафтике. Самолет! Ой, это самая главная проблема. Головой приходится вертеть. Вот, кстати говоря, да, я вот думаю, вот туда надо их на крылышки поставить. Хорошая идея. Истребитель! Называется САП-истребитель. Вот байдарки Вега. Хорошие байдарки. Так как обогнать-то, ёпарасоте? О! Не! Еще пока не сделал. Ну да. Чё-то как-то стало посвободнее, вон основная масса вот там. Не, кто-то впереди самые такие крутые уже ушли. Но... Так, ладно, съемку прекращаем, а то будут догонять. Заводская штука, очень удобная. Тайм-триал. Заходите, тайм-триал.ру, можно купить. Любой саб заказать можно, какой угодно формы. Тайм-триал. Главное, никого не снести. Вот тут на хатанге главное не снести народ. Ага. Сколько их сбили? Ну, пока... Так, давай
Давайте, давайте. Я даже так приторможу немножечко. Давай. Еще немного, и у вас получится сесть на хвост. Ой, все так спрашивают. Ну, поскольку я работаю на заводе, выпускающем сапы, мне это было несложно. На площади мужества он находится, тайм-триал называется. И сапы сами делаем, и любые другие лодки. Вот я сейчас как минимум вижу, вон тайм-триаловская лодка. Еще здесь штук 30 плавает огромных желтых лодок рафтов. Это тоже тайм-триаловские. Все наше. О, разогнались. Молодцы. Не, что-то я так не могу медленно грести, как они на хатанге. Ага. Ну, конечно. Вон впереди, вон то желтое, это тоже наше изделие. Тайм-триал. Питерский производитель, который производит любые сапы, рафты, моторные лодки, грибные лодки. Вот, пожалуйста, рафт тайм-триаловский плывет, наш тоже. Куда же вам на стратегическом бомбардировщике за истребителем гоняться? Ну, я придумал. Год назад придумал. Очень эффективное. Реверберация! А вот и старенький безотказный Waterfly. Мой самолет той же самой верфи, что ваш. Я уже тут шутил по поводу того, что тайм-триаловские тяжелые бомбардировщики с истребителем тягаются тайм-триаловским. О, течка появилась, скорость уже десятка, ёпарасоте. А там пока шел 7 была скорость. Вот это уже серьезно. Ну так, вышли в него, скорость сразу на 3 километра в час больше. А, значит, вот так вот все углы срезать. Эй, что, хуже, что ли? Впереди еще полпути, позади уже полдороги. Я летчик-истребитель, мне штурман не положен. Это вон. Управляйся, истребляй. Да я уже там по пути
Знаешь, скольких саперов истребил, пока спиной вперед ехал. А это, как всегда, после боевого вылета. А это у техников. Спасателем был как раз вот там у стоящей волны народ и вытаскивал. На драконе был. Дракон, ты спасал? Да. А вот тут уже начинаются веселые горки. Так тут и оставайся, к финишу не иди. Он человек кайф ловит. Саперам приготовиться к купанию. На таймтриаловском рафте всех обогнали! Молодцы какие! Давайте! Правый борт работает! Правый борт работает! Вот здесь самое опасное место, вот мы его прошли. Там много в прошлом году лодок кильнулось. О! Старые знакомые! Привет-привет! Только я сегодня не на драконе! Так, надо от вас чуть-чуть оторваться. Это хороший стимул вам разогнаться еще сильнее. О, первыми идете? Или вы это, спортсмены вне конкурса? А? Хорошо идете? Литейный мост. О, разогнались! Молодцы! О, хорошо идут, хорошо идут! Реверберация! Хайкекс с Киева, выходим, мы меряем жилеты. Конечно, хоть за рубеж. Все, отлично. Поэтому, ребята, рафты уже сейчас приходят потихонечку. Да, конечно, это не быстро, надо сказать, потому что, ну, в рафте... А, так вот эти веселые девчонки, которых я там на самолете обгонял. Взял с собой. Да. Так а вы с курса сбились куда-то в сторону? На недокачанном марафонце. Обувь понимает, знает, понимает. Вот вам нравится подобное? Вот тут самое главное. Рафт, на рафте не только надо кататься, но еще его и таскать. И даже в горке.
А вот и старый-старый Waterfly прибыл. Чем интересно, там поговорить еще более подробнее. Петровский грибной марафон закончен. Очень много таймтриаловских лодок я видел. Очень много рафтов. Больше 30 таймтриаловских рафтов сегодня было. Также видел таймтриаловские покрафты. А Петров на своем новом покрафте, по-моему, порвал всех. Благодарю. Какой аппарат-то знатный. Ну вот, остался позади лагерь Петровского грибного марафона. Все, еду обратно, еду домой. В классе Open там мест не выдавали. Но я знаю, что я достаточно быстро проехал почти всех, обгоняя. Ну, не всех, Петров усвистал так далеко вперед, что его нереально было догнать. Он приехал такой, осмотрелся, говорит, а чё тут никого нет? И уехал уже. Ну, естественно, у него первое место в покрафтах. Он в этом плане, ну, бесподобен. И покрафт его новый бесподобен. Он под кодовым названием «Щукарь», но это совсем не «Щукарь». А мне вот это все хозяйство надо до ближайшей дороги дотащить. И это за сегодняшний марафон самое тяжелое, что есть. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.